300 мл молока, соль, сахар, 3 яйца. Все это перемешиваем, добавляем муки 140 грамм и блендерим. Рубим укроп для украшения блюда, бекон, шампиньоны. Обжариваем все на подсолнечном масле. Добавляем в тесто подсолнечное масло. Один раз смазываем сковороду и больше мы этим не занимаемся. Блины не прилипнут. Прямо на сковороде заворачиваем блины. У меня сыр российский, но вы можете взять любой сыр и любую зелень. Крепы от этого станут только вкуснее. Друзья, если вам понравилось это видео, то не ленитесь и поставьте лайк и подпишитесь на канал. Канал эволюционирует, с каждым разом я узнаю что-то новое в сфере монтажа. И да, я музыку для этих видео я пишу сам. И, конечно же, монтирую я все эти видео на iPhone 10. Поэтому не судите строго, если что-то не так.